Доброе утро. Сегодня мы крутили велосипед. Сегодня утром был дождь. Вообще была подотмена опять. Но сегодня мы собираемся. Я думаю, большой группой, сопровождением. Средняя где-то 33-34. Едем парами, сейчас доехали, развернулись. Едем средняя 33. Следующее отключение уже, наверное, когда приедем. Ну все, я почти закончил тренировку. Мне осталось просто доехать домой. Остановился просто попить, размяться. Сейчас с группой расстались. Они остались на точке. Я поехал домой дальше. Проехал уже 91 километр. Проехал 91 километр. Сейчас одну силовую, буду, наверное, делать статику, и потом пристанем на одной ноге. Чувствую себя более-менее, поспал после первой тренировки. Наверное, встретимся уже на силовой. Я вам расскажу, как город.